Эй, hey, с вами Шмики, мы продолжаем брать игру по названию Vigil. Как вы помните, в прошлой серии мы прибыли под дом этого, так сказать, доктора. И сейчас я пойду вот сюда вот вниз. Мы тогда пошли влево, но меня убило. Поэтому так. Ой. Так, сейчас подождите, сделаю, чтобы их... Так, 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 так. Чтобы, типа, мою хпшку было не видно, а вражеску видно. А, то есть тут был просто сундук. Место довольно опасное. Поэтому надо быть осторожным. Как раз вот эти вот пилы меня и убили. Так, сюда я тогда не пошел, да? Ясно. Так, а куда тогда ходил? Подождите. Сейчас я допрыгну до конца в ту сторону. Так, сундук и... Ух ты, ключик нашел. Открывать запертые двери в подземном зале. Неплохо. Так, окей. Зелье исцеления. Летающий дух — это опасная вещь. Вот поэтому он опасный. Опасная херобора. Катись сюда. Теперь давай в эту сторону. А, так ты тут уже все уничтожил. Забираем все, что тут есть. Так, треугольничек забираем. Ставим щит. Я понял, до свидания. Падай, 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 падай. Так, это мы читали. Теперь вниз. Зараза. Только хилки трачу. О, вот здесь я как раз и умер.
инвентарь. Используем сову. Пускай они, короче, убьют полностью ее. Так, камень, навыки, что у нас по навыкам? Подтвердить. Опа. Бледно-красный, одна ложка, так это было. Что мне дали за ботинки? Ботинки искушений. Сжимают в тисках страсти. Так, защита 4. Стойкость такая же. Расход выносливости минус 10. Но здесь плюс здоровье. Поэтому я лучше плюс... Пускай будет здоровье. Так, и снова развилки, да? Опа, зелье. Это хорошо. Дитя должно умереть. Богиня сомневается, но я не в трус, как и ее старшая сестра. Мне нужно укрепить ее разум. Я тот, кто спасет и вызовет ее. Тот, чьи деяния единственные правильные. Решение, типа, или просто правильное. Отлично. Да, с них очень хорошо можно фармить эту херню. Немножко нужно понять, куда идти. Пока что довольно опасным местом. Только не говорите, что мне сейчас само... Не говорите мне это. Окей. Ну, хоть не с самого начала. Это радует. Хил, навыки. Подтвердить. Я прокачал, да, прокачал. Май.
Собираюсь. Забейте. Да ладно. Тихо, под пилы, чтоб не попасться. То, что тут недалеко бежать, это самое хорошо. Так, окей, если что, я вторую жизнь потерял. Ну, надеюсь... Окей. Навыки. Слишком много пятен. Он сюда не зайдет, так ведь? Я понял, просто бежим. Слишком много пятен крови, чтобы что-то понять. Снаряжение. Ботинки с ушкрашением мне дали, да? Кожа этих перчаток плотно обтягивает ладони. Акцент на ногтях подчеркивает агрессивную натуру их владельца. Вы видите на нем слово «королева» и «владычица». Но в всех этих краях нет никакой королевы, есть только госпожа. Выносливость на... Нет. О, шестиугольные. О, сейвик. Сохранить. Неплохо. Долгая ночь длилась бесконечно, но скоро воссияет свет. Я содрогаюсь при мысли о том, что придется делать. Я всегда знал, что избран, что мне предстоит спасти богиню, помочь великому божеству изгнать ночь в этом мире. Я понял, что сейчас будет. Я совершил то, что не удалось профессору прошлого. Кто-то может решить, что я унаследовал его таланты, но правда в другом. Я избрал... Избран богини, скоро она возродится. Последний шаг. Прекратите, остановитесь немедленно. Где Дейзи? Остановиться? Дурочка. Как смеешь ты вставать на пути великого божества? Я понял.
Да ходи! Она не ходит. Окей. Короче, я сейчас поменяю заряженную атаку, все равно я ее не использую, так ведь? Настройки. Клавиатура. Сейчас тогда мы особые действия на Т поставим. Все. Сохранить, сохранить. Упс. Да уж. Просто завращался. Нет, невозможно. Смертная девчонка не может помешать богине. Галька не способна держаться. Океанский прилив. Ты не помешаешь ее возвращению. Ага. Сейва не будет, да? Короче, не знаю куда, но просто пойду. Тихо. О, FPS. Да ладно, там смерть. Хм, знал бы, я туда бы не прыгал. Thank you.
короче, если меня выкидут, это все. А как мне тогда его убить? Просто обычными такими атаками я его не убью. Ну все, понимаете, вот я попадаюсь под эту херню, и я умираю. Как вариант, у меня два способа. Это огнем шандарахать этого челика. Нет, главное вниз сам не падать. Окей. Все. Или еще куда-то ниже. Разрушенный кошмар. Ну, поехали.
Человеческая печать. Я вечно что не имею память. Ничего не происходит. Правда, что не знает сомнений. Браслет Дейзи ломает печать. Суть моей превыше... Лента Дейзи ломает печать. Короче, мне еще нужно что-то две, да, взять? Какие-то вещи. Ничего не происходит. А если просто? Свет лезет... Так, исходит от светящего сосуда. Окей, а если бы я печати все сломал? Ладно. Пожиратель света. Понял, принял. Короче, мне нужно... Ау. Ой, а чё у меня так хп мало?
Ой, бля. Я вообще не понимаю, что тут происходит. О, это что новенькое? Это финальный босс, да, как я понимаю? Да ё-моё! Пипец. Мне бы хотя бы первую фазу. Мне бы хотя бы первую фазу пройти. Так, по ногам нельзя атаковать. Так, защита. Oh.
Я не могу к нему даже подлезть просто, понимаете? О, вот эта херь опасная. Уходим. Убить можно, убить можно. Сука. Тихо, хил. Хил. Уходим, 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 я не хочу драться, когда охуй не этот. Натур... Короче, я взял еще два колечка на минус эффект 20% и минус охуй 20%. Окей. Ну тихо, ну зачем ты подпалишь меня? Она надоела. Вот это самая опасная вещь.
Это что? А, огонь. Ой, бля. О, вот это ладно. Как я ненавижу этого босса. Короче, не буду жадничать хилки, потому что я вижу, что это дерьмовый. Порылый босс. Фух. Наконец-то. Типа у меня есть выбор, куда идти. Это типа концовки? А, тут получается у нас даже три концовки, ребят. Правая, левая и центр. Ну, вы понимаете, что я в концовке смотреть не буду все. Ну, потому что это мучится. Не, я могу, конечно, пойти... И хпшечки, ну, как сказать... как это называется? Навыки, короче, переназначить. Попробовать с помощью другого оружия убить.
как я понимаю, мы сестру в жертву принесли, и мы получили благословение солнца, да, вот этой? Это солнце. Типа тьма ушла навсегда. Ну и солнце ж какие-то щупальца вырастают. Бля. Ладненько. Давайте немножечко кратко об игре. В принципе, игра, ну, мне понравилась. В смысле? Горный перевал. Оценивать, то, в принципе, большое количество боссов. Плюс. Ихние, ну, типа, этапы, да? Тоже плюс. Подожди, типа, новая игра плюс? Походу на то. Большая разновидность врагов, боссов. Также локации, сюжет. Как дополнительные у нас есть Локи, так... Ой, Локи. Обязательные боссы и необязательные боссы. Также у нас, ну, много всего с вами. Секреты есть, которые мы можем находить. Есть прокачка персонажа, есть... ну, мы прошли через топорчик, так сказать. У нас были и другие варианты прохождения. Также можно отнести в плюс это... Что? Кастомизация персонажа. Доп миссии. Говорил я, не говорил. Музыка, да, местами очень громкая. Очень громкая. Что тут у нас еще вообще есть? Ну... В принципе, все из минусов. А, ну и три концовки, как я понимаю. Из минусов я, наверное, только могу взять это запутанность локаций. Потому что локации у нас здоровые, а куда идти, хер его знает. Вызывает ударную волну, дальше действую обратно. Запутанность локаций, минус. Невозможность вернуться в прошлое время, допустим, вот в этой локации, да, когда мы миссии провалили. Минус... В принципе, и все. Можно только эти минусы назвать. Ладно, давайте я босса убью вот этого и, в принципе, буду заканчивать. Я хотел без получения урона пройти. Однако не получится, походу. Да, это все-таки полезная херня, прощалка. То, что мы крутимся, плюс даем станы врагу. Ну что, в принципе, все. По идее, мы хорошую концовку получили. Так мы, скорее всего, могли спасти сестру. И... еще что-то. Увидеть бога, которого мы, типа, хотели создать. Ну, это вы можете, типа, узнать в интернете. Есть три концовки, сами можете их посмотреть. Поэтому, ребятки, на этом мы с вами заканчиваем. Всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, комментируйте. Всем удачи и всем пока. И плюс еще один плюс. То, что мы сами решаем, как мы хотим изменить все, там, помогать тому или не помогать.
и все. Поэтому до следующих игр. Всем пока.